Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Arbatoms. Компания Arbatoms не только вам предлагает недвижимость в Турции. Компания Arbatoms инвестирует в ваше жилье максимально выгодно и безопасно. Так что, друзья, если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, чтобы каждый день увидеть турецкие жизни. У нас сегодня гость кто? Ассаламу алейкум всем, здравствуйте. У нас сегодня ваш гость, это я с Казахстана, с города Кокшетау. Откуда? Город Кокшетау, это, республика Казахстан. Возле какой город? Это возле города Астаны. Астана, да. я не слышал ни разу. Там холодно тоже, как Астана? У нас очень холодно, зима у нас холодная, с минусовыми градусами, естественно. Ужасно. Снега много и... Астана ужасно. Лето очень у нас короткое. Астана ужасно холодно. Астана холодно. Да, ужасно. Я один раз попал, там ветер, снег, мороз, ветер сильный еще. Да, да, очень холодно. Теперь Астана уже прошло, теперь вы живете где? В городе Алания, который самый теплый точка в Турции. Какое у вас впечатление? Именно от вас хотим слышать. Так, никогда не думала, что зимой можно купаться. Это в городе Алании, когда в такой период, как осень, зима, мы посещаем пляж. Очень комфортно для нас погода, именно в зимний период. Сейчас зима? Сейчас у нас зима, у нас уже снег пошел. В Казахстане зима. Астана зима. Астана зима, снег уже пошел, холодно, ну такая... Осень прям очень холодный. У нас еще жарко, люди купаются. Между прочим, друзья, если из Астана, из Казахстана, из Алматы, Караканды, Актау, Актобе, кто нас смотрит, всем из Алании, из Турции, большой привет. Между прочим, мы собираемся в конце января в Казахстане, Алматы и Астане будем. Если вы хотите с нами встретиться индивидуально и поговорить по поводу турецкой жизни и как можно здесь правильно купить недвижимость, можете заранее записываться под видео. Есть наши контакты. Вы здесь уже, я насколько помню, что постоянно живет, правильно? Стараемся максимально дней проводить здесь, именно здесь, в Алании. Так как у нас там холодно, и нам очень нравится Турция, очень нравится этот город, очень такой теплый, люди приветливые, все улыбаются, нам вообще комфортно здесь. Менталитет такой покладистый у именно населения. Ну, что я еще могу сказать? Мы переехали, можно сказать, случайно. Случайно ничего не бывает? Но так сложились обстоятельства, что мы приехали первоначально на отдых, затем, когда мы чуть-чуть здесь отдохнули, именно в Махмутларе, нам очень все понравилось. Люди, атмосфера, вообще природа, сам город такой комфортный. И мы задумались о покупке недвижимости. Буквально мы в раздумье были, может быть, недели две, и приобрели недвижимость здесь. Вот с 19-го года. Поздравляю, Я очень на улице как-то хожу, очень часто вижу, очень много казахстанцев. Чем они здесь занимаются? Жить надо, что ли, у вас? Почему они сюда приезжают? Но если бы здесь было бы некомфортно, если бы здесь не было такое приветливое население само, сами имеется в виду турецкое население, если бы вот этой погоды, также цены на недвижимость здесь не заоблачные, вполне приемлемые, то я думаю, что это все... дает нашим казахстанцам находиться здесь,
чаще приезжать сюда, приобретать недвижимость. Но для жизни здесь очень комфортно. Фрукты, овощи, все это натуральные, свежие. Но все доступно по нашим меркам с казахстанским. По деньгам очень, так сказать, ну, копейки. Дешевле, еще натуральные. Да, натуральные и дешевле. Погода комфортная, что зимой, что летом. Ну, я думаю, вот это основное море, погода, люди. И в плане питания здесь все это комфортно для всех людей. Еще для инвестиций. Тем более для казахстанцев. Еще для инвестиций, наверное. Да. Потому что возле Средиземного моря жить, еще возле моря, это каждый год здесь недвижимость тоже дорожает, чем конечно, раньше, чем купить. Конечно, инвестиции это... Если сегодня покупаешь, через год совсем другая цена, правда? Да, да. Мы это сами по себе ощутили, когда брали недвижимость Текада, и насколько она сейчас удорожание прошло, этой недвижимости. Поэтому, примерно сколько процентов дороже? Ну, на 100% это на сегодняшний день минимум дорожал, да. Потому что, насколько я знаю, что казахстанцы любят деньги, еще любят инвестиции. Инвестиции, да. Они любят, правильные инвестиции, они да. Любят доход получать. Конечно. Поэтому это тоже важно. Не только для себя жить, для красоты, природа, море, красивый климат. Но параллельно они хотят еще доход получать. Правильно. Конечно. Ну, еще у нас у казахов именно мы покупаем для того, чтобы этим всем красотой, этим... как сказать, рахат деген, всем этим привилегиям пользовались наши дети, наши внуки. Мы вот как-то больше тоже о них думаем, что пускай наши дети, внуки увидят именно такой климат, такое, ну, все такое хорошее, чтобы наши дети видели. Они часто приезжают, дети, внуки, мы отдыхают. Мы тоже очень рады, что с вами виделись, познакомились. Мы уже чувствуется, да, как семья, да? Да, мы тоже очень рады, мы с удовольствием приходим в ваш офис, с удовольствием с вами общаемся, узнаем много всего интересного, что немаловажно для нас, раз мы здесь находимся, нам все интересно. Как-то здесь купить недвижимость, в первую очередь, что важно для вас, что важно? Потому что это чужая страна, чужие люди, чужой закон, правда? Как-то люди сюда приезжают, в первую очередь, изнутри. Что вы чувствуете? Что нужно? Ну, не знаю, в первую очередь мы чувствуем какой-то душевный комфорт, можно как сказать. Вот. Здесь как-то, ну, первое, это, что чувствуем, это душевный комфорт. Общение с населением. Надежность. Да, надежность. Ну и природа, все это. Мне кажется, важно надежные люди, да? Надежные люди. Вокруг общения нужны, конечно. Надежные люди. Потому что я от себя это знаю. Я тоже в Киргизии жил, в Алматы жил, в Москве жил. Хочется именно общаться искренне и надежными людьми. Конечно, потому да. что это чужая страна. Кому верить, сомневайся просто. Ну, мы здесь не сомневаемся. Мы здесь, как сказать, в надежных руках. Это турецкого государства. Мы здесь защищены со всех сторон. Ну, во всех планах здесь чувствуется надежность. Короче, вы довольны, счастливы. Мы довольны, счастливы. Самое главное это спасибо вам большое. Вам спасибо за то, что перешли бегом. Пусть Турция процветает, это наша вторая родина, поэтому всем удачи, здоровья и прилетайте в Турцию. Именно. Город Аланья, друзья. Аланья. Еще раз напоминаю, в конце января будем в Казахстане, будем, друзья. Если вы хотите очень полезную информацию получать и с нами встретиться индивидуально, под видео есть наши контакты,
Алматы и Астана будем, друзья. Можем с вами индивидуально лицо увидеться и поговорить, все ваши вопросы ответим. Так что вы тоже имейте в виду. Обязательно. Алматы, Астана будем. Конечно. Так что? Мы будем, мы всегда обращаемся к вам, обращаемся к своим родственникам, друзьям, для того, чтобы им тоже было комфортное место для проживания. Поэтому мы всегда говорим, что Турция очень комфортное место. И, ну, море, вода, люди, все здесь очень хорошо здесь. Спасибо. Всем удачи, друзья. Берегите себя, особенно Казахстан. Пока-пока.